Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И как вы уже поняли по моему головному убору, что мы начинаем с вами делать новогодние разборы. Кто не в курсе или кто недавно подписался, каждый декабрь я разбираю какие-то новогодние песни, мелодии. И потом это все делаю в отдельный плейлист, который сейчас у вас появился. Поэтому, если вы недавно на канале, можешь посмотреть, что я уже разбирала в предыдущие годы. В этом году новогодние разборы будут не только по табам, но и обычные новогодние песенки. Как раз сегодня мы такую и научимся играть. Открывает наш новогодний разбор легендарная песня группы «Стекловата», а называется она «Новый год». Мы ее разберем в разных вариантах по аккордам, разные варианты боя вам покажу, поэтому она идеально подойдет для новичков, которые только-только начали играть на укулеле, и для тех, кто хочет трудности на своем укулельном пути. А сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться! И вот так вот оно у тебя будет выглядеть. Сейчас, когда зажигаются свечи, в каждом доме, в каждом окне, это пришел праздничный вечер. Пусть на улице вьюга и ветер, но даже они улыбаются мне. И звон часов, праздничный вечер. И все вместе новый, 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 новый год. Все мечты исполнит новый, 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 новый год. Мы на год запомним новый, 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 новый год. Не жалейте свечи новый, 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 новый год. Новогодний вечер новый год. Новый год, Новый год. Погнали учиться играть. Разбор на укулеле. Песня несложная, я покажу вам два варианта аккордов с каподастром и без каподастров. И начнем мы с вами с простого варианта, который будем играть с каподастром на пятом ладу. Но для начала сами аккорды. Первый аккорд, который нам понадобится, это аккорд С. Зажимаем первую струну на третьем ладу. Далее у нас с вами идет аккорд АМ, мы зажимаем четвертую струну на втором ладу. Следующий аккорд, аккорд ФА, мы к этой конструкции добавляем вторую струну на первом ладу. И последний аккорд, аккорд G, зажимаем третью и первую струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Все вместе. С, АМ, ФА и G. Теперь еще раз эта связка аккордов. С, АМ, ФА и G. Эту связку мы будем с вами играть от начала до конца в этом же самом порядке. Теперь, как играть с каподастром? Берем каподастр или резинку для волос и карандаш с Икеи. Ставим на пятый лад. Это, если что, вот эта вот точечка. На пятый лад мы ставим. И от него отсчитываем. Теперь, получается, наш каподастр это нулевой лад. И от него отсчитываем 1, 2, 3, 4 и так далее. Получается... С, АМ, ФА, G. Когда у нас стоит с вами каподастр на пятом ладу, звучит как оригинал. Но вы можете, конечно, попытаться спеть без каподастра эти же самые аккорды. Кому как удобно. Далее, второй вариант аккордов. Как же можно сыграть эту песню? Во втором варианте также у нас простые аккорды. Единственное, тут есть один аккорд с барре. Об этом чуть позже сейчас расскажу. Первый аккорд, опять аккорд ФА. Помним, да? Зажимаем четвертую струну на втором ладу и вторую струну на первом. Далее к этой конструкции мы добавляем третью струну на втором ладу и получается аккорд ДМ. Третий аккорд, аккорд Б бемоль или по-другому А диез или Ля диез, Си бемоль, кому как удобно. Мы ставим или полное барре, или неполное, вот на две струны. Что такое полное, неполное барре, что в принципе такое барре, я рассказывала в отдельном видео, обязательно посмотри. Вот, мы ставим барре на первый лад. Далее зажимаем третью струну на втором ладу. И четвертую струну на третьем. Все вместе. Кому удобно, можете играть через полное барре вот так вот. Кому сложно, можете поставить, как бы зажать его на первую и вторую струну. Готово. Последний аккорд, аккорд С. Зажимаем первую струну на третьем ладу. И готово. Все вместе. Фа... ДМ, бемоль и С.
В этом случае нам уже не понадобится каподастр, поэтому решайте сами, каким вариантом аккордов будете играть. И поэтому этот аккорд мы ставим таким образом. Пеппа, что у тебя там такое? Это же мой новый интерактивный сборничек по укулеле для начинающих и продолжающих, где вся тебе нужная информация написана без лишней воды и в виде картинок. А если навести телефон на QR-код, то откроется видео по данной теме. Ну а вся подробная информация по содержанию этого сборника и как его приобрести по ссылке в описании. С аккордами понятно. Теперь, что касаемо боя. На самом деле, в оригинале у нас бой играется, конечно же, шестерочку, куда мы без нее. По-другому это вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Давай еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Его мы с вами играем один раз на один аккорд. Получается. Можешь играть шестеркой, или же вы можете взять бой пятерка, по-другому вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Чуть медленнее. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Единственное, этот бой вам придется играть уже два раза на один аккорд, поэтому выбирайте, что, как вам удобнее играть. Теперь давайте соединим это все. Бой, аккорды и слова. Если у вас возникают вопросы, Дарья, у меня плохо получается соединять все в единую композицию, что же мне делать? А Дарья тебе ответить, у меня есть на канале целый видос, вторая часть про бой, где я все пошагово объясняю, как же сделать так, чтобы у тебя все звучало в единой массе и при этом еще ритмично. А мы погнали это все соберем. В час, когда зажигаются свечи, в каждом доме, в каждом окне, это пришел. Праздничный вечер, пусть на улице вьюга и ветер, но даже они улыбаются мне, и звон часов. Праздничный вечер. И тем же самым боем мы играем и припев, то есть новый, 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 новый год. Например, второй вариант аккорда берем, где у нас есть небольшой баре. Играем все то же самое. Давай покажу на втором куплете и также на припеве. Разукрашена золотом елка, в эту ночь город сказкою стал. Море огней в праздничном свете, запах мягких зеленых иголок, долгих месяцев наша мечта, пусть дарит мне свой ветер. И что, конечно же, с вами припев. Новый, 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 новый год, все мечты исполнит. Новый, 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 новый год, мы на год заполним. Новый, 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 новый год, не жалейте свечи. Новый, 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 новый год. Ну и таким же образом у нас с вами поется и третий куплет. Ну ладно, конечно, давайте вам еще раз спою. Новогодняя зимняя сказка и 12 ударов часов, станет добрей белая вьюга. Карнавальные яркие маски, шум веселых хмельных голосов. Пожелайте 12 часов счастья друг другу, все вместе. И новый, 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 новый год, все мечты исполнит. Новый, 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 новый год, мы на год заполним. Новый, 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 новый год.
песня разобрана, теперь осталось ее тебе выучить и играй на здоровье. Ну а если тебе понравился этот разбор, то обязательно поставь свой лайк, напиши в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Ну а если ты хочешь, чтобы я увидела все твои укулеле старания, то все очень просто. Учишь любую песню и мелодию с моих разборов, выкладываешь себе в Инстаграм и обязательно отметь мой профиль Даша Кирпич, чтобы я тебя увидела, заметила и дала обратную связь. Ну а также хочу тебе сказать небольшую новость, что в своем Инстаграме каждый вторник в 6 часов вечера по МСК я провожу прямой эфир, где я тебя обучаю различным фишкам-плюшкам по укулеле, в общем, делюсь пользой совершенно бесплатно, поэтому обязательно подписывайся и приходи на прямые эфиры. Ну а также я хочу выразить благодарность всем людям, которые поддерживают меня на Бусти и на Донаталерс. Если ты хочешь поддержать меня, то все ссылочки в описании. Но все те ребята, которые уже меня поддерживают, спасибо им огромное за это. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.